Акция «Студенческий десант» – ежегодное мероприятие, и на этот раз участие в ней приняли первокурсники сочинского филиала Всероссийского университета юстиции, то есть ребята, которые не понаслышке знают о работе правоохранителей. В первую очередь полицейские на транспорте объяснили студентам, как и для чего существует так называемая зона досмотра на вокзале. А сотрудники досмотрового павильона наглядно показали, как работают сканеры и металлоискатели. Попробовали ребята себя и в роли сотрудников патрульно-постовой службы. Под присмотром опытных коллег они обследовали железнодорожный вокзал с целью обеспечения правопорядка. Узнали, что означает слово «профайлинг» и как необходимо себя вести при общении с пассажирами. Инспекторы по делам несовершеннолетних рассказали студентам о правилах и мерах безопасности на железной дороге, а также об административной и уголовной ответственности за правонарушения на объектах транспортной инфраструктуры. Побывали будущие правоохранители в дежурной части Сочинского линейного управления МВД России на транспорте, расположенной непосредственно на платформе. Не обошлось и без практических занятий с оружием. Сборка-разборка пистолета, автомата и полная экипировка произвели на студентов неизгладимое впечатление, причем девушки нисколько не уступали парням в умении обращения с оружием и спецтехникой. К слову, это не единственная экскурсия в гости к транспортным полицейским. В планах еще ряд встреч со студентами, но уже на других вокзалах города Сочи.